Встреча делегации Государственной Думы России и депутатов Народного собрания Абхазии в широком формате состоялась без присутствия прессы. Завершая встречу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой откровенный разговор в присутствии журналистов бы не состоялся. Если бы мы хвалили друг друга и говорили только о достижениях, то это было бы время, потраченное впустую. А мы говорили о проблемах и благодаря этому достигли нового уровня отношений, подчеркнул Вячеслав Володин. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба и председатель Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве, а затем поделились итогами встречи в рамках пресс-подхода. Насколько вам известно, сегодня был визит официальных руководителей Государственной Думы в Республику Абхазия. Были встречи отдельно со мной, была встреча в расширенном составе. Мы затронули множество вопросов, которые касаются абхазо-российских отношений, простых вопросов, более сложных вопросов. Нашли понимание во многих из них. Я думаю, что наше общение будет продолжаться в конструктивном ключе. Сегодня основным событием сегодняшнего дня и визита моего коллеги из Государственной Думы было подписание соглашения между парламентом Абхазии и Государственной Думой Российской Федерации. Это соглашение призвано систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен в том, что подписание сегодняшнего соглашения заложит дополнительный фундамент наших двусторонних отношений. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня вышли на новый формат сотрудничества с парламентом Абхазии, подписали соглашение о взаимодействии Государственной Думы и парламента Абхазии, в рамках которого создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленные на конкретный, конечный результат. И договорились, что уже через несколько месяцев состоится ее заседание, в повестку которой мы сформируем совместно. Это будут проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России. Мы считаем, что дружба – это улица с двусторонним движением. А что касается развития, оно возможно лишь на основе доверия. А доверие без диалога сформировать невозможно. Главы наших государств задают темп. Правительства работают в этом направлении. У нас на протяжении длительного времени не было эффективных коммуникаций, хотя работы велись в рамках профильных комитетов и между депутатами. Но что касается межпарламентских взаимоотношений, они были в замороженном состоянии. Мы считаем, что нам необходимо более эффективно их развивать, подчеркнул Вячеслав Володин. Нас многое объединяет с Абхазией. Общая история, культура, традиции, религии. Мы можем говорить на одном языке, и поэтому нам, с одной стороны, легче развивать отношения, но с другой стороны, это ко многому обязывает. Потому что, посмотрите, если говорить об экономических достижениях, товарооборот растет, уже в этом году он стал больше на 41%, чем в прошлом году. Абхазия входит в пятерку самых привлекательных в плане туризма государств для российских граждан. Если речь вести о поездках, то выходит на второе место в посещениях страны после Турции. Жители Абхазии более 600 тысяч посетили в прошлом году нашу страну. Это выбор людей. Люди хотят приехать в Абхазию, жители Абхазии хотят приехать в Россию. Это нас ко многому обязывает. Поэтому крайне важно сейчас, и это одно из ключевых направлений нашей будущей работы, заниматься вопросами гармонизации законодательства в социально-экономической сфере. Представители Госдумы пригласили абхазских коллег на третью международную конференцию «Роль взаимодействия фракций, политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Этажом выше председателя Госдумы принял президент Абхазии Аслан Бжания. Мы испытываем чувство радости, потому как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Хотелось бы, чтобы таких встреч у нас было все больше и больше. Уверен в том, что ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. А люди такого ранга, как вы, люди, наделенные таким опытом, в обязательном порядке могут решить
помочь, оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому ваш приезд, конечно же, в полной мере будет работать на интересы народа России, народа в Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали еще более ближе и взаимодействие стало еще более продуктивным. Добро пожаловать в Абхазию. Спасибо вам большое за то, что вы приехали. Хотел бы вас поблагодарить руководство России за то, что вы постоянно нам помогаете. Последняя неделя, значит, у нас были проблемы с электричеством, и благодаря позиции руководства России эта проблема была снята. Большое вам спасибо. Еще раз добро пожаловать в Абхазию. Вячеслав Володин поделился с президентом итогами встречи. Что касается вопросов гармонизации законодательства, мы могли бы работать сообща. Будем формировать повестку заседания, чтобы она носила конкретный характер. Так законодатели и депутаты внесут свой вклад в развитие отношений наших стран, отметил Вячеслав Володин. Сегодня время вызовов. Все эти вызовы можно преодолеть, если мы вместе. Поэтому мы исходим из того, что Государственная Дума и парламент Абхазии имеют все возможности для того, чтобы мы решали вопросы, призванные преодолеть вызовы, санкции, чтобы мы в рамках диалога лучше понимали друг друга, а без диалога нет доверия. Когда говорим о развитии, оно может строиться только на доверии. Вот у нас такой сегодня разговор получился, он был достаточно длительный, со всеми депутатами, каждый имел возможность высказаться и с нашей стороны, с российской, и со стороны парламента Абхазии. На мой взгляд, мы стали лучше понимать друг друга. И вот мои коллеги, каждый тоже имел такую возможность, говорили больше о проблемах, но при этом все подчеркивали, что для нас дружеские отношения, понимание должны быть основой развития. И задача двух парламентов – укреплять это взаимопонимание, делать все для развития. Далее встреча проходила в закрытом режиме, без присутствия прессы. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ.